сорт острого перца Brine-Straying Yellow. Это еще одна разновидность сверхострых сортов. Его острота от 800 тысяч до 1 миллиона. Кустики такого сорта могут достигать высоту 1 метра. Если вы будете выращивать у себя на балконе, в квартире, он будет где-то в пределах 60 сантиметров. Вкус этого перчика пряный, с привкусом фруктов. Пряно-фруктовый. Вот, смотрите, какой красавец. Видите, созревает он вот от такого зеленого. Вот. Носик у него еще зеленый. И вот до ярко-желтого цвета. Этот сорт довольно высокоурожайный. Вот так вот он выглядит. Еще зеленый, неспелый. Поверхность у него пупырчатая. И вот он имеет такую неправильную форму. Высота растения этого может достигать выше метра. Это очень интересный и очень красивый сорт. Срок созревания у него 120 дней. Высевать на рассаду следует где-то с 5 по 10 января. С него получится шикарные соусы. Очень насыщенные. У него очень яркий, такой интересный вкус. Вот так вот выглядит этот перчик. Вот еще одна перчинка. Вот так вот. Какая красивая. Начинает созревать сверху и опускается ниже, 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 ниже. И в конце вот остается маленький кусочек из зеленого пяточка. Вот такой красивый и невероятно острый перец. Его можно выращивать в теплицах, на балконе. Очень интересный и приятный перец. На балконе не будет превышать больше, чем 60 сантиметров. Сейчас конец сентября. Вот уже кустик полностью практически созрел. Осталось тут он 2 или 3 штучки висят, не созревших. Вот такой вот красавец. Так что советую выращивать у себя дома. С него будут супер острые соусы. Смотрите, какая красота. Так что выращивайте. Всем удачи и больших вам урожаев.